Более 30 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста против антиковидных мер во Франции. В МВД страны сообщили, что в Париже были задержаны 54 участника маршей протеста. Выписано более 330 штрафов. Акция получила название «Колонна свободы» по аналогии с протестами канадских дальнобойщиков. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. К вечеру большую часть Елисейских полей правоохранительные органы зачистили. Позднее часть манифестантов вернулись. В числе задержанных один из лидеров французского движения «желтых жилетов» Жером Родригес. Его остановили на подступах к Елисейскому дворцу. Во Франции на фоне снижения числа заражений коронавирусом постепенно начинают отменять санитарные ограничения. Так, 16 февраля в стране возобновят работу дискотеки и клубы. А с 28 февраля ношение масок в помещениях может перестать быть обязательным, если при входе посетители предъявляют вакцины и пропуска. Вдохновленные протестными движениями в Канаде и Франции, десятки грузовиков заблокировали подъезд к парламентскому комплексу в Гааге. К дальнобойщикам присоединились и другие протестующие против антиковидных ограничений. Полиция призвала протестующих перебраться в соседний парк, но многие настаивают на том, что колонна останется здесь минимум на неделю, так как запаслись едой и питьем.